Кита-то-то-то. Вчера прям под носом проплыл. Я в тумане не очень люблю. Я, правда, до сих пор не могу, не знаю. По последней информации, вроде бы, если ты в них врежешься, то ничего не будет. Ну, Но экспериментировать не не хочется. хочется. Мне вчера тоже не захотелось как-то сориентировать. Так, надо Надо, пойти. конечно, как-нибудь какой-нибудь, не знаю, на пофиг какую-нибудь шхуну построить и протаранить для теста. На шлюпке попробую. На шлюпке, боюсь, разгон не тот. Не, не на той, а на шлюпе, на шлюпе. А на шлюпе? Ну, да. Там на шлюпе, да. На среднем парусе ни хрена он разгоняет. Ну, я не знаю, да. Так, ну что, я сейчас парковаться буду. Так, я все скинул, уже. Значит, да? Я пошел топиться, да. Все скинул я. Угу. Пожрать, наверное, надо, нет? А зачем ты сейчас там это... Так, а еда-то не восстанавливаться. А, не восстанавливаться. Как? Ну как не восстанавливаться? Торможу. Так, ну, давай, пусть сейчас меня... Змея сейчас меня съест. Нет, это хреновая змея, она меня долго будет есть. Хрена тут у тебя глубина, блин. Тут не только галеон, тут можно, я не знаю, на чем подплывать. На подводную лодку. Можно... Линкор можно ставить. Да, да, нифига тут нырнул. Тут и дна не видать, и якоря не видать. Так специально задумывается. Враг подойдет, подумает мелко, а там видишь губа. Угу. Вот одно. Вон якорь. Якорь, ну, главное, взял этот в камне внутри, завяз. Все, короче, разденусь и привлечу. Ну что ты? Какие-то звери стали. Вот попробуй. Два раза стукнул и больше не... и убегать. Ну как? О! Ну слоны вообще охреневшие, не хотят даже убивать. Ребята, что же вы прям, не знаю, сожрали говно и все. Ну его еще найти надо. Что-то животных толпа, ё-моё, попросил. Так, ну-ка расскажите мне, как я забыл. Не, уж 100 лет так не делал. Как мне там появиться в этом L12? А, да просто жмешь возродить, только не новый этот, слушай, я погоди. Не, ну новый, понятно. Разведка. Я сейчас я тебе насоветую, тебя удалит персонаж, погоди. А, Challenge Home регион, не? Да. Домашний регион, да. Тут прикольно так под водой-то. А чё, насколько в плеве не плавает? Я и плаваю, я тут полчаса могу плавать, что ли, под водой без воздуха. А ты что, там накачал себе этой? Я не знаю, я плаваю уже... до сих пор. Это зависит от фортитьюда, если у тебя хороший... Ну, вот это сопротивление, то ты а плаваешь... Вот фортитьюда мне, наверное, от акулы-то ничем не поможет. Вон она. А его чё, его надо выбрать домашним, да? Да, да, просто выбираешь домашним, ты туда, там появляешься, ты только сразу посмотри на каком-то острове, если ну, да, ты да, не на том, то подойди там к этому упырю, скажи, что ты не, ну это я знаю, как делать. Как же тяжко сегодня все это работает. Почему? Там всегда тяжко работать. Это неудивительно. Во фрипорту всегда очень тяжко. Кстати, погоди-ка, они... Молись, короче, вот просто вот молись. Не, все нормально. L12 работает. L12. Да, L12. Да, я так, это правый, это восточный, да? Да. Ист. Не, это-то я-то не знаю.
Так, надо сначала же этих топоров хренолов. Я забыл уж, как начало игры начинать, охренеть. Сейчас вайпну по новому, начнем, вспомним. Ты собираешь сначала там, блин, 6 древесины, 4 камушка, волокна чуть-чуть, крафтишь себе кирку. Да, я помню, потом вспомнил, вспомнил. Я говорю, сам процесс забыл, что начинать. Ну, сейчас сделаем все. Так, Гренде Хом Регион, да? Нажимать-то, там, да? На каком языке играешь-то? О, Ром тоже забыл, видишь? Хома Регион. Какой Гренд? Хом Регион. Где? Вообще... А, ну да, вот. Так, сейчас я сдохну, все скажу. Подождите, я же сам не очень... Да что-то такое, а? Да, Change Home Region нажимаешь. Написано выбрать домашним, да? Да, выбираешь, короче, L12, жмешь выбрать домашний. Ну вот, сейчас там появились. Том остров, если сменю, да еще. Да вон Ромыч ходит. Все входят. А я застрял, как мудак, как придурок. Застрял ты? В двух деревьях, нахрен. Говорили тебе, не надо жрать столько меда. Это да. Я на каком сейчас? Интересно, руками я ее сломаю, нет? Сломаешь? Нет, я скорее всего сейчас помру просто, ну ладно. О, Рома. Да? Восточный. На восточный? All на west. Ну и чё, появился на левом. West — это западный, east — это восточный. Где east-то? Ну к этому подойди. Я как какой? Раз на east и есть, на восточный. Так, мне надо на западный. Тебе надо на восточный, все правильно. Нет, я тебя не вижу, ё-моё. Короче, на правый остров тебе нужно. В смысле, Ром. Ну, это какая-то, пацаны, я не знаю, как вот соберешься, что сделать. Я тут. Да, ты тут, а у меня сервера этого нету, L13. L12 больше. Ты просто респаунить и все. Корабль какой-то затонувший. Так, нам собирать надо что, да? Вот сейчас. Да, да. Да, да, да. Так, пойду тогда собирать. Где тут ближайшее? О, вот, а ты тут бегаешь. Сейчас все будет. Погодите, сейчас скину древесину, я тоже уважаемый человек. Да? А где? А, вот ты уже он в стопору. Ничем себе не отказывай. Что-то надо. Камень. 6 камней. Так, ну что у тебя там получается, что нет? На L13 выкинул. Надо на кровать. Ну, сдохни опять, тут встань. Ну, иду утопиться, да, опять. Проще какое-нибудь животное убийство. Как сейчас как назло, хрен ты нальешь вот хоть одного. Я, кстати, тоже помню, блин, эти выходные, когда наш 7 делал себе там кораблик. Блин,
весь остров и бежал, ни одного животного, в какого убиться можно. Не черепахи, капец, так топиться. Давай, ешь. Куда ты поплыл? Господи, это же лев, ну что ты... О. Так, нам нужен, значит, шкаф. Кожу надо, да, нажимать сейчас? Так, куда кожу я соберусь? Ну, я не знаю, что делать, блин. У меня нету его нахрен на карте. Чинишь регион, смени на какой-нибудь, не знаю, там, на любой другой, как бы, этот, такого, фрипорт, а потом на этот обратно. Или попробуй выйди из игры, обратно зайди, может, хрен. Ну, сейчас я попробовал этот. Смотри, чего? Мы же этот, кого, корабль мы делаем. Не плод же. Сейчас я помню, тут двух свиней заковырял. Короче, сейчас... нужно, что нам, нужно... Ну не плод же, смотри, говорю. Кожу я вам набью. Да, кожу я вам набью. Собирай где-то 400 волокна. Вот собираем. Солома штук 300 и 325 древесины. Угу. Так, сейчас я, может, как-нибудь все-таки к вам попаду, я сейчас помогу. Да сейчас все проще будет. Даже если ты сейчас не попадешь, мы сейчас просто скрафтим кровать и все. Я две кровати вам уже скрафтил. Сейчас я себе одну еще скрафтил. Сегодня это работает сегодня просто отвратительно. Бывает. Ну, говорю, это попробуй, если не получится, сейчас просто на кровать то прыгнешь. Сейчас мы уже соберем. Ну как вот можно было застрять, блин, в дереве? Ну мастерство. Ну да. Я еще оглянулся, там какой-то хрен в шляпе стоял на меня смотрел и куда-то и сиганул куда. Нормально сейчас все сделаем. Одни кошки, охренеть. Это... Я дохну от холода, нам срочно нужно ставить кровать. Так, я бегу к тебе. Там я собирал что-нибудь, Ром? Ром. Чё ты это? Так, я пишу. Там что, он собирал или прошу? 420 файберс, так, древесины 230, мало, да, солома вообще нет, солома надо. Да. Солома 64. Собирай быстрее, а то от холода сейчас отъедешь. Не, у меня не отъедет. 3 дерева да все перерубили. Ну, господи, подальше пройди. Вот, прошел. Так, я все построю. Так, где-то.
сейчас я себе поставлю там кровать сразу и нафармлю тебе там 15. Музыка, ты что, если когда, что ли? Что за... Это какой-то, я не знаю. Это ты так корабль назвал? Да какая раз я его утоплю там все равно. Так, 250 древесины там надо. Там тебе нужен какой-то обезьян сейчас завафлить нам бы. И на 300-800 файлов соломы хватит уже, все, да? Все, 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 хватит. Сейчас я тебе кожу это притащу кожа и только. Все, готово. Блин, я бы сходу. Какую-то живность хоть найду. Это звездец, что, серьезно, что ли? Вову дождаться, еще он. Господи, Вова бы сейчас прыгнет на кровать, блин. Ну да, да. Сейчас... Да Вова никак съесть скат не может. Ну что за сегодня за хрень такая? Скат старенький. Ты уже сам. Он тебя пытается обсосать просто, понимаешь? Ты ложись и получай удовольствие. Накачал себе хпшки, а теперь жалуешься. Вова. Ну все, вроде получилось. Все, до первого дерева опять. Так, все, да не нужно вам дерево. Я все несу ресурсы, нашел сраную какую-то овцу, блин, тут. Блин, сейчас от голода, правда, сдохну уже, но это похрен. А кровать-то я уже поставил? Себе поставил, вам нет, поэтому я и бегу быстрее. Так, Рома, ты тут? Ты бежишь, ты не вижу. Зай тебя, я видеть его, иди сюда. Фига пролетел. Иди. Короче, а, блин, где ты? Волокна мне откинь маленько, лохрится. Ну, здрасте. Привет. Чё делать? Чё бежать собирать? Это все, ничего не надо, все, это я себе на ремонт, на всякий случай. Ты сейчас можешь только одну кровать поставить, но как прокачаешь первый уровень кораблю, сразу же, ну, ставь, ну, качай уровень на кровати. А зачем, а может это с того надо было что-нибудь это... Или все уже тут понасобрали? Так это, ты волокно-то, чё ты? Да все, все, не надо ничего, сейчас мы плывем. Не надо. Так, смотри, сразу объясняю, куда нам плыть. Так, а где мы вообще находимся? Так, мы сейчас выплываем прямо и прямо-прямо. Ром, у нас кровать-то есть? А еще кровать зачем? Две кровати? Ну, ой, хотя бы, ну там кулдаун будет минутный. Обе ставить, да? Не, сейчас пока не поставишь. Все, погнали за мной. Ой, или вы что там? Ждать вас? Летим, летим. Ну давайте, я жду вас, жду вас. Да летим. А летите уже, все, сейчас. Ну все, держимся, короче, вместе примерно этим курсом. Так, а нам надо бы чуть-чуть правее сейчас взять. Где-то вот так. Хорошо, идем.
Видите, как бы да. Ничего особо сложного, блин. Единственное, только от, над голдом. Не, да это-то там сложно, тут понятно. Виска поджарю чуть-чуть. О, видишь, люди подготовленные, а мы тут все в деревьях застреваем. Не, ну охренеть. Ну. Да, могло быть и хуже. По ветру махом долетим. Главное, сейчас только какой-нибудь галеон красный 60 уровня не въехал. Ну, мы двумя шлюпами-то забодаем его, я думаю. Да-да-да. Ну, Данин не особо багрится на слупы, на вот эти, на самом деле. Ну, редко. Но по закону подлости. Это да. Дай хоть русалки, может, напрячь. Дай хоть перца нажалось нахрен, все веселее. Перцем богато. Был, зачем? Да, чуть-чуть набрал. Да, у меня уже что-то есть там, ну-ка я посмотрю. А, нет. А, перец дикий, 27. Так у тебя так, голодный, все, что ли? Вроде целый. Они... Ну... Нет, да куда его там, что там, 5 штук лежит, зачем он нужен? Я его съел. Да не, я сейчас нормально уже, доплыть-то хватит, а там все равно сдохнет. Кияночку скрафтите себе, если есть ресурсы, чтобы если вдруг там продамажит, то починить. Ага, для этого надо сначала еще из чего-то сделать. Ну, у дома-то должны быть ресурсы, что там на киянок 20 дерева, 20 файбера надо, что он, вроде древесины таких притык. Как сделать-то? Да, Янок? Да, по пару сделаю. Так, вы за мной? Ага, за мной. Ну, так, так вот, давай. Нихрена... Нам на правый край острова нужно. На правый нижний край, и там вдоль него где-то до середины понизу острова. Если я выкину сейчас янку. А? Ну, по идее, то тут должно и упасть. Ну вот, лови тогда. А у меня все равно ресурсов-то нет. Нормально, за борт она улетела. Все, прекрасно. Забейте вы, короче. Лечит. Если главное у тебя она есть, и все, сперу ее, блин. Главное у тебя, если что, я тут, да. Да, вот, знаешь, он за руль встанет, Вова, а ты... У меня все равно же ресурсов нету никаких. Все нормально будет, блин, это ж я так перестраховываю. А так потом прям этот корабль, ну, планку снизу у себя вынимаешь, чтобы он утонул, чтобы он там просто не захламлял. Понятно. Я думаю, много кораблей. Я думаю, шлюпу надо, это, в домах прокачать. Ну, прокачай. Чёртова русалка. Аккуратнее, ребята. А, вон видно. Вон круг видишь, да-да-да. Помнишь, мы с тобой их искали? Ну, фиг нашли. Когда не надо, вот они. И фиг. Да, ни сейчас одной не видели. Ходите меня. Чё-чё, тебя затащили? Да нет. Скинул с корабля меня. Ага. А где ты? Поднимите тебе.
Да не-не-не, вы просто погодите меня притормозить. А, я думал, поднимите меня. А, я это, как его, паруса убираю, у меня что-то не убирают. Странно, да. Блин, я великолепно поставил шкаф. Да, я вижу. Свалился. А как она тебя зацепила? Не знаю. Там он плывет, большой зверь. Идите его. Ну сейчас пускай меня акула сожрет, я резну. Да. И будет, блин. Шкаф надо снести нахрен. Акула, ну Харальд, тупить-то, блин, бей, да. Два деда таких, один за рулем, а второй сзади. В чем стоим? Не знаю. Паруса поднял, повернул, да, а на да, на месте стоит. А пещеры, они вообще все одинаковые? Сами пещеры, да, но располагаются на островах, а не в разных местах. Что-то мы отстаем, блин. Идем, просто он сначала улетел. Да нормально, я вас подожду, если хотите что-то. Кстати, один парус. Тем более мы почти приплыли уже. Он не открыт, это просто. Девять человек. Да. Все пытаются. Но... Да нет, тут небось эту гидру мутузил. Всяких разор тупов приручает. Если правильно помню, вот здесь, блин, сейчас я что-то это заплутал маленько. Да, вот все правильно. Убери полностью, да, другой табуш это добавлять. Я так и делал. В общем, вот нам вот в этот залив. Ага. Ну вон этот руль-то, да? Да, нам за руль. Сейчас приплывем поглубже туда, ё-моё, там, в принципе, это, что нам париться. Потом все равно притопим здесь корабли.
то и Штокслуп точно так же и делают в основном. Чуть мимо не проплыл, блин, ё-моё. Так, ну подай-ка глянуть, где это. Это же потом можно что же делать, опять же, да? Да, конечно, конечно. Ты запомни, в L12 садишься, по прямой плывёшь вот к этому острову, заплываешь вот в этот заливчик, блин, где мужик, он с копьём сверху. Ну, иногда циклоп просто бывает, это, конечно, может быть проблемой, но их можно увести, циклоп, в принципе, и не так. А тут циклопы, да? Циклоп хорошо дубасит дубиной. Ваншоты, да. Ну, да, ваншот. Чё с тобой? Всё, приплыли, жду вас. Там какие-то товарищи бегают. Что ж, наверное, делают? Вообще непонятно, типа на мели, ну, на остров уже заплыли. Ну, скрин. Да, да, по карте тут хреново. Я сделал скрин, если что. Если все забудут. 666. Нормально так. Не, а как раньше-то? Тут сейчас совсем не то. Раньше тут было вообще пёрнуть негде, как говорится. Даже встать негде было. Смотри, вы сейчас идете не в нестандартное время. Если бы вы, ну, а с момента старта сервера, там же у всех одинаковый таймер, в основном-то весь народ регистрировался на самом старте сервера. Ну да. Вот когда чисто по таймеру, народу тут было немерено. А сейчас, естественно, сейчас только те там, кто первый раз делает, там в таком духе сейчас идут дела. Я когда делал, тут, блин, все было в кораблях. И то, ну, а мы, собственно, позже делал. Да не важно, блин, херай. Миллиард просто часов наигранный и. Крою ставить кровать, да? Да, 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 ставь. Да, только это будет сейчас, эта хрень, да. Ну, скорее всего, сейчас сдохнете, я тоже. А мы не один раз мы там сдохнем. Да нет, там. Может, и сейчас прибежим с первой попытки. Тут же эти челики прибежали, там самое главное. Слишком много построек не дает. Ну, значит, кулдаун будем делать. Ты прокачал кровать кораблю или нет? Я ничего не качал. Надо было кровать качать, да? Да, 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 чтобы вторую кровать поставить. Ну, а теперь уж все. Ну пошли насрать, конечно, на кровать. Я ее потеряю, да? Ну наплевать, что. Да, а у тебя, а может, ящик? Не. Я уже сломал ящик. Да пошли, забей ты хрен с ним. Ну подожди, иду. Получим. Нет, мне это не надо, блин. Вам самое главное добежать до сияния за мной, если получится. И кликнуть, ну, там на Е, и все. Вправо бежать, да? Вправо вниз. Побежите, там все увидите. А у меня нет. Там просто крыши всякие, блин. Ну, попробуем пробежать. У меня инвалид. Второго, с пятой попытки. О. Так, тут сейчас полезут всякие эти черти, блин. Со мной направо, еще раз здесь там. Бежим, ну, бежим. И все, тут надо дальше ломиться, вон она есть. Да, да, да. Все, нажал? Да. Тоже нажал. Ну все, я тебе говорю, это изи, тут еще и обратно можно выбежать при желании. Я уже сдох, правда. Вот и все, ничего сложного. Ну иди, блин, иди. Да, когда знаешь, куда бежать. Ну, все, топим корабли и можно это сам. Можете оставить, он сам утонет. Ну, не знаю, я просто топлю обычно. Да, да, мне кажется, утопить, что за захламлять? Да, зачем тут хламить-то? Я несколько выбиваю. Отлично, спасибо, сэр. Слушай, ну, конечно, когда знаешь, что это вообще или не, да? Но это не на всех островах так просто, как тут. D12 тоже несложно, но только. Ну и D12 тоже несложно. Там чуть подальше бежать, но там тоже. Просто тут как бы ближе всего от фрипорта, понимаешь? Как бы. Ну.
очень просто доплыть сюда, то есть не надо там откуда-то там плыть на корабле туда, потом плывать обратно. Резнулся во фрипорте, вон, блин, два слупа мы скрафтили за 10 минут. Тут не будем, вон, а что творится, захламили. Не, ну это пропадет, это пропадет. Поле, они же не считаются, вот эти обломки, как конструкции. И стало помолодей, помолодей. Персонаж. Так, ну, через неделю предстоит тоже идти опять. Так, надо топиться, что ли, или что? Ну да. Кого найти, тут укусят, да. И все. О, горный элементарь меня жахт. Я, значит, за вами тут убирайте, да? Да. Мачты разлам. Чтобы не торчали, то будут приплывать, будут бояться, скажут это. Видите, хоть что-то полезное сегодня сделали. Да вообще очень полезное. Давно, что пора сделать было. Кого нету, вообще остров пустой. А где вас убивают-то всех? Меня что-то никто не убивает. Да я что-то искал, бегал там по земле, вылез элементарь, меня жахнул. Я побыл. Ну-ка. Кто-нибудь-то. Обезьян меня убьет, нет? Это сейчас он тебе ни хрена вот так. Ой, все, сожжем. Он тебе пропишет одним из ударов. Уже сейчас да. Прописали уже все. Это вот этот циклоп. Так, на минутку отойду. Я так сейчас весь остров. Вот, давай. Тоже подойду. Я сейчас тоже подойду, сейчас рожусь где-нибудь. Шмотки.
тебя тут, ёшкин флакошкин? Теперь надо разгрузить миллиарды золота. Так. Точно, крабы еще надо разгрузить. Ну, блин, успешные приключения. Нет, вы тоже, что, блин, взяли сейчас спокойно, там, сделали, закрыли одну проблему. Сейчас, ну, прибавили хпшечку себе маленечко, точнее, не хпшечку, там, вес там. Мне кажется, очень даже неплохо. Вот Макакин, я даже не знаю, где у него тут мель. Страшно разворачивается. Как? Здрасте, я пришел. Я сейчас расскажу. Я же тебе говорю, я ставил их по самому краю. Скал. Сам Макакин — это самый край скалы. А я что, по мели плыву? Тише. Ура. А, ну а тут я. А там, где ты стоишь и где ты застрял, там я не ставил, я их убрал уже. Ничего не понял. Сейчас. Нет там никакой мели. Ты у тебя тут 4 метра, а то и 5. Да, точно, я же нырял, там вообще ничего нет. Блин. Ну ты правее бери, а то все-таки можешь чуть-чуть тут зацепишь. Да нет, не зацепишь тут. Все нормально, что ты. Так, на секстант активировать, сейчас выпну. Право подаришь. Эти ты отдал, да, схемы? Да, да. Ну да, да. Какой прям свеженький. Как лохматый подстричь. Хорошо, когда знаешь, да, ничего сложного. А ведь пещера у тебя тоже была закрыта текстурой? Вход. Или ты видел вход? Не видел. Не видел? Видел. А у меня была текстура закрыта, зеленая. Вот где-то остановился, потом я за тобой побежал так. Я это просто к тому, что если не знать куда, вот так, если она текстуры закрыта, я не найду никогда. Ну, я, честно говоря, тоже по видео со стрима делал все это. Ну, там тоже парень говорил, что самое простое — это типа М12. Рядом фрипорт и очень легко доступна пещера. Никаких там зверей обычно не было. Я один раз так видел, когда там прямо у входа стоял циклоп. Но ты успеваешь пробежать мимо него, там, пока он там раздупляется. Он же в пещеру за тобой не пролезет. Ну а ты там на тебя все эти мыши, хреныши-то успели поесть тебя? Ну меня успели, да. Ну ты, блин, и нет. Я успел добежать. Я стоял, ждал вас обоих, потом меня только съели. Да тут, понимаешь, как бы первый раз, если там типа много животных, ты просто забегаешь и прыгаешь вниз. Они за тобой вниз бегут. Ну да, да, да. Ну, это я видел, да, тоже. Я, в принципе, я говорю, я знаю, что делать, просто как найти, вот. Ну, теперь все окей. Вам спасибо, сэр. Добавилось всего нормально.
самом деле, вот сейчас вот смотрю, самые профитные карты для торговли, если ты хочешь что-то крафтить и продавать, это либо бустованные, либо зеленые в районе 1000 золотых. Те, которые я делаю, это херня, короче, на самом деле. Там просто попадаются только посредственные мифические рецепты, очень редко легендарные. А, ну, посредственные мифические никто никому нахрен не нужны. Самые больше всего легендарных падает, самых путных, как раз вот с зеленых карт. Такие, которые... Ну вот, в тот раз, помнишь, мы, который тебе там давал зеленые, мы их собирали. Ну, так... Да. Ну, я тебе говорю, вам просто, понимаешь, как бы... Я вот сейчас вот выбиваю то есть карту, да, мне падает, допустим, там 6 мифических предметов, вот, там один легендарный, например, да. Мифический, в основном, все хлам. Ну, ты не будешь это крафтить, просто никто не будет это покупать. Вот, а как бы легендарный, ну да, вот я, ну, я из легендарного сейчас путного принес там что-то там, блин, хорошая винтовка, 165%. А, ну, у меня прикольный фиолетовый этот спир лаунчер под подводной стрельбы 161. Ну, кирка еще. Кирка. Две кирки. Две кирки, 20 пара. Ну, все, как бы остальное все куча мифических рецептов, которые никому нахрен. Ну, там есть, конечно, хорошие. Там вот мне повезло, два револьвера гидра упали. 229 и 228%. Ну, такие вообще, да, хорошие. А так, наверное, на следующей неделе попробую сплавать все-таки по таким зелененьким каким-нибудь картам для разнообразия. Так, ну давай мы с тобой определимся. Мы куда-нибудь сегодня что-нибудь везем. Так, ну ты мне скажи, если ты повезешь, то мне надо тебе сейчас живность тогда будет перед. Если это надо везти, я повезу. Это, скажем так. Это надо, но это не горит. Это можно любой день сделать. Хорошо. Рома, ты не подключался, ничего? Ну нет. Просто, собственно, почему хотел сказать, чтобы ты сейчас это особо не торопился делать, потому что наверняка понадобится что-нибудь еще притащить. И лучше это делать уж все сразу. Ну, тогда давай не будем торопиться сегодня. Да. Тогда сегодня я пойду сколько деньжонок поблизости пособираю. Смотри, ты можешь, знаешь, каким образом поступить, на самом деле. У меня есть брига оснащенная, и штук 150 зеленых, там, и карты синие тоже есть. Возьми, насобирай, я тебе дам бригу с экипажем, блин, медведи, да и плыви. Ну, там ты имеешь в виду, у тебя по месту? Нет. Мне не хочется. Плыть просто. Ты будешь в свою сторону, в общем, все равно. А, ну, на свою, а на свою мне тут есть эти карты, есть. А, вот. Я думал, может быть, там пособирать, там ты имеешь в виду у себя, неподалеку. Ну, у меня же все карты-то далеко от меня. Ну тогда ладно, тогда ладно. Тогда сегодня не повезем. Ну а завтра, если я поздно приду, в этой, как ее, хреновне, который Дискорд, вот понапишешь, что куда. Да, разберемся. Потому что завтра я не знаю, во сколько я приеду. Хорошо, если часов 6 я уже зайду. Я мы хотя бы поговорим. А может и нет. Дело в том, что пока не то, что пока приедешь, то ладно. Пока автомобиль в гараж заткнешь, пока придешь, пока пожрать. Ну, в общем, такие все. Я понимаю, конечно. Ничего такого прям срочного нету. То есть, как бы, ладно, все спокойненько. Тогда я сегодня позанимаюсь этим. Ну, сколько, деньжонок не ковыряю себе. Я же в долгах. Ой, да ладно. Такие страдальские А мы хотели же там на Д что-то поделать. Да надо, блин, но мне сегодня неохота, честно говоря. Там надо построить, блин, ну, короче, да до хера что надо делать. Слушай, основное для еды этим, картошка им пойдет, да? Да, да. Вот. Ромка делал мне грядки. Я посажу туда картошку с поплавок.
вокруг маленького прям поставлю. Там же тоже и дожди идут все. Да, да, там тоже проблем не будет. Вот, это я делаю. Бери себе на крышу, наверное, прям за сандали. А, ну, в принципе, да, там от труб-то не зависит. Ну, сколько там, я не знаю, их сколько, штук 6 хватит. А, кстати, там картошка-то растет. Да, растет, растет. Мне Ромка делал, у меня 9 штук в запасе есть рядом. Я возьму 6 штук, и хватит. Да. Потому что я там вот у тебя, который растет, я с 4 этих 100 с лишним картошку собрал за один раз. Почти 19 скорость в Риге. Ну, видишь. 15,2 вот. Ну вот и Глеон тоже вчера так же шел 19,2. Больше он что-то не смог. Труфсану пол. Пойду пробегусь по своему любимому занятию по картам для запуска. Кстати, он да валяется на пол, хочется собрать. Да, не знаю, себе он там сделал там в привычку там разочек пробежался там вокруг своего острова, все карты собрал. Они все равно тебе будут падать самые все разные мире. Хорошие. Ну понятно, да. А так надо будет, блин, завтра взять у этого деска животных и промануть там хотя бы, не знаю. Хотя, может, не завтра. Пока завтра надо будет сначала картошку посадить, а ближе. Не, картошки я сегодня посажу. А, а ну а там пин-код если поставить, ты же сможешь собирать себе что? Не, не смогу. Да я тоже нет. Поставлю, что там, лучше. Это все фигня. Да я не про это, я больше беспокоюсь по поводу... Ой, как он называется, ресурсов, то есть надо же корабль-то обустраивать, там же надо перегородки сидеть. Слушай, давай, наверное, может быть мне туда сходить, какой-нибудь ты расклемишь, я там поставлю хоть эти. А, корабль, что ты имеешь в виду? Ну да, поставлю там этот, как его, ну, с чего их кормить-то, они же не жрам, что сейчас там стоят, что там у них наложено. Там вообще ничего не наложено, там даже не стоит ничего, блин, что может это... Ну так надо, значит, туда сгонять. Может, пойдем на по 5 минут сходим? Ну сейчас, погоди, я туда обратно не добегу, а то я только это, сейчас не 2 минуты. А то, что ж там передохнут, потом ходить, это лишнее же время, потом ходить там, покупать да, или там выбивать. Надо будет только сейчас при переклеивании корабля, надо будет сначала всех ботов переклеить. За кораблем собрались, что ли, да? Не, ну они там стоят, а там эти людишки же стоят, они же передохнут без корма. А, ну да. Корабли, ну, корабли пустые, там надо хоть сундук, хоть это... Так ты не сегодня будешь забирать? Не, а он, наверное, там и будет жить. А, корабль? Да. Да, это такой там, я так понимаю, транспортный там все дела. А тебе, кстати, на самом деле удобно тебя обустроить, даже так вот что-то там отвезти. Сел да поехал, все, погрузили туда, сел да поехал. Да, да, да. Я вот тоже так думаю. Не, ну когда-нибудь, может, он здесь будет появляться, конечно. О, пацаны, у меня счастье пришло вместе с обновлением. 61 уровень. О, я еще только сейчас заметил. Пока сейчас этот наберется. Там открытие же несколько сделали. Сам остров, пещера. 61-го, ты говоришь, десятку будут давать, да? Да. Ну уже хорошо, я как раз кое-что тут пооткрою, да. Хотя ну, на 10 очков, что-то хрен откроешь. Ну ладно, по мелочи-то хоть что-нибудь нужного.
все равно там складывается все в совокупности. Так, все, и полетел до 11. Хоть бы зашел. Ну, может, некогда человек. Вроде в Дискорде включился. Вот так никакого строительства и не начинается у меня. Ну, может, ему и не понравилось. Опять же... Не знаю. Опять же, мы же нагрузили сразу его очками всякими. Только всего надо, да. Информации куча. Так, я в D11. Я тоже. Ты уже побежал куда-то или просто еще в доме? Я в кораблях. Мне надо тебе денег дать сначала. Ай, блин, да, там же опять деньги. Вот эти деньги. Да нет, на тебе же ботов надо будет это самое, как он называется. Переклаймишь, я с него снимаю клайм, а ты должен его сразу поймать. Я иду. Так, ему же надо денег дать. Чего еще? Ну, ему же надо денег дать, надо. Ну, я тебе говорю, сейчас я пойду это из сундучка денежку возьму, типа тихо. Все сделаем. Потише за тобой подсматривает. Идем. На серебро хоть забрали. Он видел его, он мне писал уже спасибо, спасибо, насчет забрал. Нет, да я не за то, что спасибо, я просто забрал. Так, а ты где там? Я вот. Кто-то на медведя носится по острову у меня. Еще, здесь в долгах. Ой, да ладно, блин, прям великие долги. На корабле не видать, с той стороны что ли? Тебе какой, правый или левый? Я не вообще помню, какого. Вообще, без разницы, они же одинаковые. Они одинаковые, но на одном 5 ботов, на другом 6. А, ну смотри, мне это тоже без разницы. Не, ну я-то себе этого у деска бота отожму, я тебе тогда отдам тот. Тогда где 6? Я вот не помню, на каком 6 сейчас, погоди. Его, наверное, надо будет отсюда передвинуть же, да? Чтобы да. Он... Ну, передвинь, я пока тут оставлю. А ну тогда пусть стоит. Тогда. Так, вот на этом 6 все нормально, да, сюда полезно. Значит, Анубисом будет этот. Анубис. Так, короче, смотри, Анубис, что мы сейчас делаем? Устанавливаю себе в последний слот золота, ну ты знаешь, как их перекладывать? Yeah. Ну, как вот ты когда таймишь, устанавливаешь в нулевой слот, жратву также устанавливаешь. А, ну ты сейчас золото. Снимешь, а ему надо на Е да. Туда бабок сунуть, да? Да. А сколько надо туда ставить? Да все 500 ставь, он будет ну, пятихатку, ну, он будет где-то 5 золотых просить. Сейчас я буду расклаймливать. Давай. Угу, все. Ты его отсвести пускай, он пока тут стоит. А, я думал, может, тут какая технология другая. У него стоит, наверное, этот радиус. Снимаю. Тут плывет еще покупатель какие-то. Блин, так, это еще упадет. Не-не-не, погоди, сейчас тут посмотрим.
Они тут нормально лазят. Куда ты побежал, ты? Сюда еще нормально. Смотрел, чтобы с корабля не спать. Ну я говорю, он помчался туда, к этому. Он залез, а ну, в принципе, он залазил. То мы не залезем, но мы за последними все равно туда спрыгивать при. Он тоже дед. Ребенок. Сейчас попробую дотянуться. Это последний вроде, да, или сколько мы? Пять уже? Слушай, а где еще то один? А, вижу, все нормально, стой. Нет, тут четыре. Четыре, вон еще один, я провафлил, он в самом верху там стоит. Прибежит злобный король. Так, давай все и откламливаю король. Ты только это как вот переклаем ли сейчас, переклаем ли корабль. И на якорь его поставь обязательно. То есть тебе надо сейчас выпрыгнуть сзади, там туда залезть на него. Потому что он, блин, сейчас будет на воде. А я тут-то не залезу, что ли? Ну, пока не залезешь. Лестница только там. Не, ну у меня это есть, я надо проще добежать, да. Попробую деска картошки выпросить. Жрали не скрафтить для них сейчас. Пойдем скрафтим. Подожди, он стал, он не становится на это. Как не становится? С ножи просто все. Я понимаю. А, все. Я, а почему он без звука стал? Он якобы загорелся. А, он автоматом стал, когда ты спрыгнул с корабля. Ну, да, сюда. Да, я что и говорил. Слушай, а тут кто-то даже чуть-чуть золото положил. Ну, этот кто-то, я, естественно, я что никогда переклавил корабли, я положил резко. Это был ты. Я. Жиры опять на шхуне. Ну куда бежим-то? Беги ко мне в каморку, надо солому еще нафармить, сейчас будет. Билете, а у меня тут нихера нету, да, я корабль-то увел. Так, у тебя там кирка есть? Зайди, там ресурс есть, можешь сделать. Я пока прибегу, то что там сделаю. Есть что, металл в сундуке? Есть. Да мне не металл, а солома нужна. А, там нет солома, что? Ну, хер знает, я еще не смотрел. Ну, есть, наверное, хватит. Ну, наверное, надо сейчас это, сейчас я картошки выпрошу чуть-чуть у деска, если он, конечно. Фу ты, бляха, там древесины 200 надо, ема. Сейчас, я тут хвачу. Здесь на ящик.
Ну, два этих, как вот, две жрали, не надо, гелион. Да, да, сейчас я несу. Я у тебя взял уже, у тебя там было. А, ну и ван тогда что. Сейчас я скрашу. Там остальные все ресурсы у меня есть. Ты делаешь два на два корабля, я имею в виду. Ну, четыре штуки делаю, ну, два песка, две длинные. Я принес тут, если что, куда, может, тебе эту пятисоточку занести? Да, не надо, себя положу. Так, держи. Сейчас пойду попрошайничаю. Так, а крабу-то что качать хоть? Ну там он уже так у тебя накачанный, смотри. Он говорит, ему 900-ку надо этого. Крабу стамина у тебя сколько на нем сейчас? Стамина 912. Ну, в принципе, достаточно. А хпшки сколько сейчас? Хпшки 601. Хпшку желательно до 900. Так. А, 900. Ну а вес ему что-то, ура... вес не нужен, да? Урон 140. Урон там у тебя и так больше, чем даже у этого, которого нет. Да. У моего корабля 131 урон, этого хватает даже на фиолетовой карте. Он с двух рук там по 111, там по 112. Да, он лупасит, да, от души так. Вот только когда... ХП надо, да, под ним? Да, ХП что ему нужна. А я зачем за тобой бегу? Не знаю, я пойду сейчас есть, что ниже. Ну ладно, я тут пока побакланюсь. А я тебе отдал это или нет? Да. Картохи хочу выпросить, ё-моё, блин. Че, дадут, я думаю, не откажут. Ну ты там это, на втором поставь эти, если что. А, ну пока тата вырастет, которую я посажу, она же не сразу вырастет. Да, я... Да если я тоже посажу завтра, блин, но это хрен с ним. А, тебе нужны, наверное, семена картошки, да? Не, у меня дом есть там. Я же с дома поеду. А, вот Декс как раз зашел. Я все, что есть, все возьму и в доме положу. Если у тебя нет, то там возьмешь в это. Так, ну и что я теперь могу этим крабам делать? Как что? Карты копать? Нет, на острове, допустим. Ничего, стоит, пускай пугает. Да, рыбу не ловит, ничего не делает. А, это я не знаю. Польза-то от него какая? Так он не для такой пользы-то, он для денег пользы. Понятно. Попрыгать по острову. Народ попугать, там он сейчас эти всякие у тебя там бегают на медведях. Вот попрыгай. Да. Ну, сейчас... по голове им попрыгай. Сейчас попрыгай. Стоит, да, приплыл кто-то. И у меня труба-то. Так, короче, сейчас он все принесет. Тут какой-то хер приехал покупать этих, как его, рапторов. Так что это... Сейчас, короче, 3 минуты и все притащит нам к магазину. Он прям туда, что ли, принесет или сюда тебе? В магазин им принесет, пошли, он принесет там этих, как у семян и карту. Ты семена я привезу, что ты, семена что везти-то, блин, ты же прекрасно знаешь, что семена вагонами падают, если ты собираешь. Так же принесет там какая чё. Ну-ка, у нас вот эти, есть крафтить тусты какие-нибудь, надо что-нибудь купить тогда, что ли. Самого себя? А какая разница, блин, ё-моё. Ну я, он сейчас придет, я попрошу его достать. Тебе нужно, нет? Кого, кого? Ну это как инструмент какие-нибудь. Блин, ну тут такие, пускай его продаются, зачем? Ну, ладно. Если там, ладно, какая-нибудь хрень там. Хрень тут нету, тут, по-моему, ну я тебе что и говорю, эти пускай кто-нибудь купит деньги, все, и чё.
Я еще буду воровать отсюда. У них тут нету парусов никаких, не завозились. Да завозились, блин, но их раскупили очень. Там кровать стоит чья-то. Там, помню, кровать. Вон, Рон, можешь грузовых накупить. Больших. Ну тут малые рулевые только остались, по-моему. Малый скоростной, вон, и типа для шхун берут иногда. Не, все самые путные раскупили. Не долет будет. Да, больших вот, да. Ладно, буду, где-нибудь, может, попадутся. Блин, а, ну, ладно. Продавцы вот здоровские тут. Наверное, много рыбы жрут, да? Ой, не туда, смотри. Так, я тут... Что ты спрашивал, извините? Я говорю, продавцы у вас тут классные, мне нравятся. Да, специально. Рыбы много жрут? Да и нет, они когда стоят, там чуть-чуть совсем хавают. А рыбы вон стоят постоянно, да. Может, тебе сразу тогда отдать этого краба и этого, и рейзера, а ты уж там как захочешь, так... А, блин, тебе кормить их, ладно, потом. Кормить же, да, блин. Да, там для них, там для одного мяса. Это... Блядь, да, да. Не, ну, в принципе, одно и то же им надо, но это надо же, тут же мне зверей нету, вот надо ходить все это резать, пока там набьешь. Это уж тогда, когда повезем, тогда сразу раз и вперед. А краб-то рыбу-то ловит, нет? Польза-то какая от него? Я не знаю, наверное, никакой. А, Игорь? Ну, еще раз кореш. Краб-то рыбу ловит. Ну, ловит, да, но, блин, честно говоря, посредственно ловит. Если ты хочешь рыбу ловить, проще он каким-нибудь жирафом ловить, у него ауе. Водоплавающим жирафом. Не знаю, я ничего крабов не собираю. По-моему, нет у меня практически. Краб, вон, на карты, самое то. Только возить его, конечно, блин, она огромная. Ну, ладно, тоже. Да, я привык. На галеоне нормально. Я на галеоне плаваю, но у меня спереди стоит на носу, не мешает, все нормально. Я ввожу с собой двух медведей и краба. Ну, медведи на второй на всякий случай, если сдохнет первый, там мало что случится. Ну да, да. А краб шипно едет. Краб там на случай, да. Чтобы залезть там на верхотуру. Ну, логично, в принципе, да. Не, ну, прыгать-то, конечно, хорошо. А вот это для чего? Для этих, для заявок? Да, заказы можно оставлять, записки. Я смотрю, тут лежит до хрена записки. Ну, только они там пустые в основном. Да сейчас все пользуются Дискордом, ё-моё, что там заморать. Ну, как вариант, вот такой, как я, бестолковый. Что я в Дискорде им скажу? Hello? Что ты в записке скажешь? Не, ну, тебя нету, допустим, а в записке я же могу всяким переводчикам напереводить всякой чуши. И написать. Наверху. Напиться, что ли, с горя? Напиться, что ли? Халява. Ну, да. За долги-то надо напиться. Ёбаю, там писка. Он говорит то, что там, типа, 3 минуты просит подождать. Он мне, правда, уже пару минут назад отписал. Ну, подождём, чё. Я запряг, чё притащить нам этих, какого... 2 топора и 2 кирки, блин, на всякий пожарный. Он ничего не собирает, ни ягоды, ничего, краб. Это топор пришел? Это топор пришел, да? Ну только атака, что ли?
Это, я так понимаю, тебе топор дали, да? Да-да, топор дали. Надо только кормушку построить теперь, ёшкин кот. Сейчас построим, тут древесину навалено прилично. Сейчас он еще семян притащит. Вот, Ром, нам дали топор с хоботом. Ну зачем? Как хоботить. Да, копать. И даже перелетело, обалдеть. Со слона больше ничего. Ну ест кормушки, ест. А в пассиве стоит Вов. Сейчас подожди. Мы же, наверное, мешаем тут разговор. Подожди. Да, мы тут почему мешаем? Они по Дискорду по-нашему разговаривают. А я их слышу в чем-то. Они рядом, потому что стоят. А. Что ты, Ром, говорил? Я уже... Что у тебя спрашивал? Ты уже забыл. Да не, они просто громко разговаривали, я не слышал даже, что ты сказал. Я слышал, что ты сказал, а чего не понял. Что-то про краба хотел у тебя. А я сам не знаю, ты мне ничего чего не сказал. А, в пассиве у тебя он стоит? Да. Он на крыше стоит, не страшно. Нет, в пассиве. Тут еще кирку с рогами привели. Понятно. Нет, дело в том, что я могу его вообще вот сюда поставить. У меня есть такое помещение, вот разобрать этот верх, сюда его загонять. Только его не закрыть все равно воротами. Хотя... А зачем его воротами-то? Он ему запрыгивать, он прыгает сверху. Ну да. Хотя если вот тут ворота сделать, он внутрь-то входит, впрыгивает. А, ну там ворот, наверное, здоровый, нужно ширину какой-то. Да вот такие же, наверное, вот. Ну что, не войдет сюда? Надо попробовать, сейчас попробую. Что-то прохлаждаться. Так, еще и... Здоровый, мне кажется, не влезет. Еще и этого. А куда мы все эти убивать будем? Да нет, смотри-ка ты, как оно нормально ворота в этих ходит. Вот такие, вайт? Да, где слоны вот ходят у нас, и краб спокойно заходит, туда-сюда ходит по-всякому.
Да? Тогда можно ему дом сделать. Я и говорю, надо ворота поставить вот. И спокойно запрыгивать его заходить. Нахрен там такое помещение построить. Нас распилим. Куда же ты полетел-то? Я теперь лечу. Общение здоровое. Так, раз, два, три клетки. Так, все, Вова, пошли. Только надо, наверное, топор отодвинуть, иначе... Да-да-да, сейчас, короче, это... Мне дали картоху эту, сейчас только надо еще кормушки для животных тогда схреначить, блин, сбегать. А ты можешь сбегать, пока кормушки для животных можешь сделать? Одну, точнее, кормушку для животных, получается. Нужны будут, но если тебе нужны будут животные, ты сейчас будешь делать или нет? Не, сейчас я уже пойду. Ага, ну все тогда, давай, короче, это, как в следующий раз надо будет, я тебе передам эту живность. А сейчас сможешь скрафтить кормушку? Конечно, да почему же нет-то? Угу. А картошку забери, или ты потом заберешь. Давай. Куда стоп-то? Ну, я попросил 600, 300, тебе 300. Мне хватит им там на сегодня, а завтра... Кормушку тебе тоже надо же, да? Да, да, да. Надо две, значит. Ты туда... А, ну ты за зверьми побежал, да? Ну, я ж этого не стал брать, блин, еще, как он называет, Рину, блин, как он там, носорога ее. Я просто... смотрел, тебе выдали и топор, и кирку, и... Да-да, это сложно, когда вы по-русски говорите здесь, аж сам... Я понимаю, я поэтому и молчал. Потому что я же мешать буду. Ну, клетку выше. Надеюсь, там на стриме не слышно, блин, это типа там... Все слышно, я был, все слышал. Извиняюсь. Я еще раз перезайду в другой канал, тогда, чтобы не напрягать. Да. Нет, тут тишина была, я же не слышал ничего. А Ромка он не слышал. А, я потому что рядом был, я поэтому слышал. Сейчас будет эпичный фейл. Смотри, сейчас жирафа утоплю прямо рядом с кораблем. Зачем? Ты зачем? Специально, что ли, ё-моё? Он слишком близко за мной бежал. И, короче, еще маленький жоп получился. Не-не, все нормально. Слишком близко за мной подбегает, он не успевает на корабль. Пришло нас с носорогом. Вот место. Так, кормушки я сделал, бегу назад. Угу. Ну, завтра, конечно, заняться тоже обустройством кораблей, хотя бы тут это номинально что-то построить. Думали они по чайкам стрелять. Вот, как вот сделать, чтобы по крупным стреляли животные? А как там? Там не отличается крупный, не крупный. Настроек каких-то. Я не знаю сам, если честно. Не-не, там только там не отличается крупный или не крупный. Там только это. Ты где, на корабле? Ну, сейчас это бегу я за тебе. Ты залазь. Тогда опять деньги отменяются, блин, надо же его в порядок привести. Буду тут ошиваться. Сегодня вечером. Да, да. Так, тебе, кстати, давай древесину тебе скину там в этом, как у слоне лежит. Да я наковырял бы что-то особо. Блин, может ты слона ставить, и ты поковыряешь на слоне? Что ты будешь по... Один хрен. Так, на тебе эту одну. Ясно, куда мне 10. Угу.
что толку-то? Это надо и того оставлять. Не веду и того, и того. Ну, если ковырять на них. Что, солом все равно ковырять руками, так что... Имей в виду, что я тебе обоих оставлю, мне-то что, какая разница, я все равно сегодня это делать не буду. С другой стороны, блин... Ладно, не надо, я так наковыряю. Так, ну я тебе сейчас хотя бы отдам тогда это, то, что в слоне. Че я застрял? Вообще никуда не... А, вот. Не то, что нам ничего делать. Не знаю. Все вроде переделал. Прикинь, вот так даже семена живут. Ты знал об этом? Да, да. Я знал. Слушай, я вот тут поставил, блин, будет доставать до этих, какого... А ты их сгони в кучку куда-нибудь. Да, на сарай сдохнет, новую куплю. Да я пока на пофиг поставлю, как уж буду делать там, Нет, надо вспомнить, как там как раз на этот галерон. Галерон подстроил. Надстройку. Потому что пушек здесь точно не будет вообще никаких. Никогда. Так, погодь, короче, сейчас я к тебе прибегу. Древесину тебе дам. А как я его принесу-то? Ну, я донесу, хорошо. А отсюда ж не слезть. Он, если ты полностью набьешь, как его вылезешь оттуда. Ну, значит, ты сейчас, блин, пойдешь на улицу, я буду тебе выбрасывать. Вот и столько так, да. Кругом какой-то геморрой. А точно не слезть отсюда? Может, ты не вылезешь без надстроек. Дверей никаких нет, но если только в порт, я что-то как-то сомневаюсь. Ну да, походу, никак. Ну ладно, что, давай буду тебе кидать. С какой стороны ты будешь справа? Да, я это сейчас минутку залезу, тоже кормушку этим. Ну и это вот. Ботом, чтоб жрали без еды и не сидели. А, понял. Пока поставлю, блин, тут, а потом сделаем. Куда ты? Теперь, может, я сейчас могу. Так, ну все, я выпрыгну. Сейчас я сзади стану. А, все нормально, я смог тут. Пойдем, тебя донесу. А ты смог выбрать? А как ты вылез? Через порт? Рядом кидал, блин, короче. Рядом с бортом выкидал на пол. Запрыгнул на борт и собрал. Так что да, сегодня, походу, деньги не отменяется, сейчас сюда